Здесь великолепный материал. Дома с резными окнами, заборы. То, что не успели снести. Великолепные церкви, Кремль. Работая над горьковскими мещанами, я по несколько часов ходил по городу, смотрел. На улице можно встретить и что-то для острого характерного типажа. Деталь костюма, быта. Так рассказывал Юрий Скорюков, молодой художник Вологодского театра. В общем, я не думал, что стану театральным художником. Рисовал, да, но больше для себя. Потом работал в театре, электриком. И театр совершенно захватил меня. Поехал учиться в Ленинград. Занимался в мастерской режиссера и художника Николая Павловича Акимова. В театре свои проблемы. Вот мало реквизиторов, бутафоров. Многие из них уже проработали десятки лет. А молодежь, все хотят быть артистами. Есть и другие проблемы посложнее. Но без театра я себя уже не представляю.